Как делаю я селедку под шубой? Нам понадобится одна скумбрия, либо же селедка, мне просто нравится скумбрия, потому что ее не нужно чистить. Маринованный лук. Я думаю, мариновать лук все умеют. Я просто ее солю, сахарю и немножко уксуса яблочного. И все это немножко помяла, пустила сок, отжала и готовый маринованный лук. Также у меня уже очищенная картофель и свекла. Делаю без морковки. Нам нужно почистить нашу селедку. Очистили, помыли. И для того, чтобы у нас легко отделился хребет, нужно сделать ей немножко пару штучек таких изгибаний. Осталось убрать плавнички и шкурку. Все, у нас получилось две таких шикарных филешечки, которые нужно порезать. С рыбой мы закончили. Теперь приступим к нашей селедке под шубой. Берем какую-нибудь тарелочку. Дно смазываем майонезом. Убираем картофель. Натерли картофель и буквально немножко подсаливая ее. Сверху майонез. Укладываем нашу рыбу. Уложили рыбку. Сверху нашим маринованным луком. Буквально немножко подсолнечного масла. Еще слой с майонеза и завершающий свекла майонезом. Итак, селедка под шубой у нас готова. Украсим ее укропчиком. Пропитки она не требует, она уже сочная, вкусная. Всем приятного аппетита!